У Гомельской центральной городской библиотеке имя Герцена отбылась творчая вечерина письменника, слависта, краезнаўца Ивана Штейнера. Мероприемство под назвой «Глубиня познания и асэнсавання» стало святочным как для самого гостя, который недавно значил 65-годовый юбилей, так и для установы, которая запустила новый сезон литературно-мастацкого салона «Сустречи на Замковой». Повиншовать автора пришли коллеги по науковой деятельности и пиару, сябры и прихильники его творчести. Иван Штейнер, доктор филологических наук, профессор, загадчик кафедры белорусской литературы Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. На его рахунку каля 500 науковых прац, монографий, фольклорно-этнографичных сборников, научальных и методичных допоможников. Большасть литературознавчих выданий у Ивана Штейнера мають краезнавчую скерованность и уявляют собой свой особливый летопис литературного життя Гомельщины. Автор так само вядомый, як талиновитый драматург, який выступает за захование родной белорусской мовы. Особа Ивана Штейнера настолько шматгранная, что гости вечера цікавіліся у яго про перспективы классичной литературы у эпоху глобализации и тым, як письменникам адрадзіць да яе цікавасть, по-перше, у сучасной молоді. На протягу усёй сустрэчы автор делился с гостями своим блескучим гумором и оптимизмом, а так само творчими планами и напрацовками. Зараз я написал пьесу, нават трагедию для читания, отражая такую старинную форму, про славутого белоруса Семёна Полоцкого, який долгий час жил и працевал в Москве. Эта трагедия будет надрукована у 9-м номере часописа «Нёман» за этот год. Я думаю, что может кто-нибудь как раз этим и зацікавиться.